Соревнования проходят на двух полях. Команды принимают центральный стадион и поля «Спутник спорта». Открыли же турнир «Россия с Белоруссией» для участия в памятном мемориале. Кстати, первый розыгрыш которого состоялся в 1996 году. Тренеры российской сборной вызвали 23 игрока. Все 2000 года рождения. Есть среди них и новички. Для ребят это первый международный турнир. Ранее они защищали лишь честь своих академий или клубов. Многое для футболистов в новинку, но изначально планы. Сборная строила лишь на победу. В итоге замысел был реализован. Счет матча 4-3 в пользу юношеской сборной России. Забили 4, но есть и другая сторона, пропустили 3. Сказывается, что оборона не сыграна пока. Будем работать, чтобы пропускать меньше, забивать больше. Счет хороший. Я думаю, что зрителям понравилось, а нам не очень. Потому что пропустили 3 мяча, это недопустимо. Опыта у них нету, они могли только участвовать за свои академии, клубы. Поэтому это первый вообще матч международный для этого возраста. И, может быть, и сказалось волнение. Вот с почином, можно сказать. Белорусы, по словам самих победителей, продемонстрировали настрой и рвение к победе, за счет чего игра и получилась динамичной и захватывающей. Следующие матчи намечены на 28 октября. Россия сразится с Молдовой, Израиль с Белоруссией.